Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде быль, а вроде сказка. Может, братья среди нас? Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу, лесу тенистом свое сердце подарил. Ну а старший выбрал чудо, одиночество небес. И все знали, что он никогда не будет покорителем небес. Голубая луна всему виной, все в округе говорили. Этой странной любви, так ему и не простили. Старший отнял меч и вымолвил по-братски: честь моя, моя лишь честь. Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю все, но ты теряешь больше. И ушел в закат. Голубая луна всему виной, все в округе говорили. Этой странной любви, так ему и не простили. Голубая луна. Thank you.
Я хочу сказать, что душа у этого человека лежит к нашей стране, лежит к тому, что я помню, когда ему предложили контракт, в 90-м году уехала Жанна Агузарова, и предложили контракт Боре Моисееву тоже в Америке. И я, когда приехал в Соединенные Штаты Америки, мы с ним увиделись, он сказал: нет, я не могу, я убегаю, все, я еду назад, потому что я не могу в этой Америке жить. Я должен жить в Советском Союзе, я должен жить с нашим народом, потому что только там меня понимают, только там меня чувствуют. И потом, ты понимаешь, я был там в тюрьме, я знаю, что это такое, я знаю, что это за страна, я знаю душу русских людей, я знаю, как петь, как танцевать для них, потому что это мои зрители. Пусть они меня бьют, пусть они меня унижают, пусть они меня оскорбляют, но это мои люди, я их люблю и буду всегда с ними. Вы понимаете, и вот это вот его чувство, оно переборолось, он приехал сюда, в эту страну, и на сегодняшний день, вот сколько мы с ним беседуем, он даже не мыслит о жизни без нашей страны и без тех песен, которые он поет. Я пытался тебя разлюбить, я пытался не думать о нас, я хотел тебя просто забыть и не помнить твоих синих глаз. Твое имя шептал в тишине, утопая в объятиях чужих, но лишь думал о том, как бы мне растопить синий лед глаз твоих. Снова маленький ожидает синий лед, от огня моего не тает синий лед. Снова манит и обжигает синий лед, и меня с ума сведет синий лед. Я пытался себя уберечь от тебя, моя леди зима, от случайных негаданных встреч, что опять меня сводят с ума. Обрывав своих мыслей полет, запрещал себе слово «любовь», но об этот безжалостный лед резал душу свою вновь и вновь. Снова манит и обжигает синий лед, от огня моего не тает синий лед. Снова манит и обжигает синий лед, и меня с ума сведет синий лед. Ретромания с Андреем Разиным. К сожалению, глубочайшему, 4 раза президенты Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин и Владимир Владимирович Путин отклоняют документы на звание заслуженного артиста России Борису Моисееву. Я глубоко с этим не согласен.
Я считаю, что все-таки это не заслуженный, а народный артист России, настоящий патриот нашей музыки. И мне, конечно, очень приятно, что сегодня вы были на волнах нашей радиостанции 101.2 и слушали сегодня именно судьбу прекраснейшего артиста, прекраснейшего музыканта и человека Бори Моисеева. Всегда с вами Андрей Разин. До новых встреч!